Джордано Бруно в проекте «Добро и зло» в исторических портретах имеет право на совершенно особенное место. Мало о ком я могу сказать, что в этой личности, в его судьбе, в его натуре абсолютно преобладает светлое и доброе начало. Человек выдающихся способностей, необыкновенного трудолюбия, с феноменальной памятью и стремлением и умением видеть и ощущать мир вокруг, который только-только приоткрывался людям эпохи Возрождения после открытия Коперника. Этот человек такого благородства и чистоты жизни и помыслов был выдан инквизитором собственным учеником. Вечное проклятие на его голову. Но подробности в конкретной лекции от Джордано Бруно.